Всем привет, утро 11 сентября. Так, все у меня заряжается. Еще раз хотел показать все-таки вот этот кейс от GoPro 9. Хорошая штука, понимаете, у меня все тут вмещается. И зарядка для GoPro Max, для семерки батарейки, для девятки. Вот она зарядка, кстати, зарядилась батарейка, надо ее вот так вот ее поставить. Да нет, все хорошо. Ну что, Вадим, как твои дела? Кремом намазал вроде на ноги. У меня вот эти ноги вот здесь подгорели. В этих местах, ага. Вам ничего не сгорело, вот эти. Но, снимать не буду. Такси сейчас должно прийти. Вызвали парня. Вчера Шамиль парня, да, того звали, который нас вез сюда. Хороший парень, интересный, блин, вообще прям. Азербайджанец, умный такой прям. Да, да, с ним разговаривать приятно, знаете, как в этот раз у нас попадаются исключительно хорошие парни. Вот. Дома все думал, сколько же вещей с собой взять. Понимаете, вот две футболки здесь даже лежит. Вот зеленая футболка, одна там сушится еще голубого цвета. Вот в ней сегодня поеду. Штаны взял. И такой с длинным рукавом. Кроссовки у меня тут, шорты, все вот, штаны, много вещей. Короче, две футболки можно просто эти ликвидировать. То есть нужны всего две футболки, двое трусов, двое носков. Шорты обязательно, все остальное нужно, можно купить здесь. И нужно даже покупать, потому что вещи хорошие продают. Вот. Ну, собираетесь, лично не берите. Если бы сейчас у нас были чемоданы с вещами, ну куда бы мы с ними сейчас поперлись? То есть это и в аэропорту неудобно на пересадках, да? Второе, неудобно в такси. Третье, неудобно даже если мы сейчас жилье бы искали, там, знаете, чемоданы на колесах с собой катали. Да зачем мне тоже? Ребят, такси позвонил. Сейчас, говорит, минут через 15 буду. Пробка. Встаю. Все, номер сдаем. Мусор выкидываем. Душ показать. Все, нормально. Ну, знаете, что проблема с водой, во-первых, да? Интернет вообще мертвый. Просто его нету. Насос какой-то подкачивающийся стоит без конца. Что-то срабатывает, срабатывает. Да, ну и при том, что он у него вчера с утра сломался, воды с утра вообще не было. Вот они какую-то емкость накачивают, а с нее потом раздают. То есть пить, скорее всего, с этого нельзя ничего. Да, говорит, как говорится, спасибо этому дому, пошли другому. Сдавать номер надо. Ну, вот здесь мусор поставил. Ну, вообще вот здесь стоял. То есть поставить здесь. Вот, ага. Улитка уже какой день ползет, смотри. Вот она. Присохла, жарко ей. Так, ну что, хозяин, пойдем искать. Давно обычно мужик вот здесь сидит. На входе, ага. С утра уже на улице жарко начинается. Ну что, лето здесь. Кстати, звонили знакомые, говорят, у нас очень холодно. В общем-то, сзади номер есть, а спереди таких машин нету номера. Скорее, пойдет. Нормально. Так разрешено, значит. И вот эта емкость показывал, синяя, да, стоит впереди. Она воду накачивается полная. С нее уже раздает насосом. Клапан срабатывает. И насос включается, давление. Вот смотри, у нас еле текла, да? Вот смотри, если еще на два этажа выше. Там вообще воды нету. Ну, проблема с водой. Интернет и вода. Ну, хотя бы свет есть. Света много. И солнечных батарей ни у кого вообще не видно. Хотя в Архипа Осиповке. Да, в мужике вообще полно солнечных батарей. Здесь никто с этим даже не заморачивается. Да, еще раз про воду. Вот можно здесь чистой воды набрать, монетку бросить. Все, наберете. Ставите, она наливается. Но это лучше в 5-литровку. Может, вот сейчас народ стоял, в литровую наливали. Поставили, она нальется. И сдачу даже. Сколько стоит, непонятно. Ценника не видно нигде. Вот. Народ под охраной. Мигает. Так, мы с Судака едем в Голубицкую. Цена 5000 объявлена. Парень едет вообще, по-моему, даже с Симферополя за нами. Вчера подошли. Парни, здесь вот прям машина стоит. Все, завтра заберете. С утра даже заранее 7. Прикинь.
И вот этот откуда-то едет за нами, да, 5 ему готов заплатить, ну, как бы взять, да, с нас плату. А эти 7 здесь уже стоят. Ну, им проще бухих возить, потому что вчера тоже там компания вышла. Да сейчас мы на тачке доедем, да я 2 шага дойду, да мы довезем, все, сейчас доедем. И, ну, и такси вот. Проще с них, конечно, там по рублю сшибать здесь за 200 метров. То есть, вот так. Короче, такси тоже все аккуратно надо выбирать. Ну, я говорю, если ушами не хлопать, отдых нормальный. Все, хорошо. Люди тоже зарабатывают, надо понимать. Они зарабатывают на всех, и на глупостях, и на слабостях, на всем. Ребят, ну, по-моему, это вот это есть такси. Ты не нас забирать? До Голубицкой? Голубицкой, да. О, хорошо. Уже ждем. Уже ждем. На багажник откроешь один рюкзак закинуть, ага. Вань, сядешь там? А. Да есть кури, нам как бы не это. Нет, а. Не, да мы не обламываемся.
сходим, посмотрим, где море, а там уже ближе. Да, погода не радует, сильно жары нету. То есть вот мы проехали 200 километров, там с утра так, тепло, ну, тропинка, солнце. С той стороны, нет? Кто ее знает? Сейчас узнаем. Пойдем, пойдем. Если что, сюда вернуться мы сможем, потому что он только там. Вот. Все, спасибо, парни. Хорошо. Довез. На ту сторону перейти, а? Пойдем на ту сторону. Так, друзья, Голубицкая. Мы еще не знаем даже по какой улице идти. Мы пытаемся выйти к морю и там уже определимся. Сейчас людей еще спросим, где хоть какой-то центр. Вот. Может, какой-то парк развлечений есть. Ближе к морю, чтобы это все было. Гостиница. Недалеко ходить. Так, ребята, что? А, ну вот, кстати, он, парень, который нас довозил, это же он, да? Здесь остановился. Магазин приехал. Вот. Мы сейчас ищем место. Народ с моря идет. Я не думаю, что это центровая улица. Парень, не подскажете, а где здесь вообще море где-то? Близко? Да. А какой-нибудь парк развлечений есть какой-нибудь здесь? А вот здесь прямо и направо по асфальтированной дороге. А там будет гостиница? Да, там гостиница, и там потом проходишь к морю. Все, спасибо огромное. Вот. То есть надо еще пешком пройтись обязательно. И спросить людей. Да что тут, блин, камешек попал. Здравствуйте. Все, ребят, мы чуть-чуть не доехали, кажется, так что вот сейчас, если бы сейчас нам свернуть и налево, гостиница стоит. Вон большая крыша зеленая, да? Это видно. И направо там видно было, да? И вот она уже. А, да, кстати, еще сегодня дождь, и завтра весь день будет дождь. Вот мы уехали от тепла и жары. Я говорю, всего лишь 200 километров, да, и уже погода так меняется. Да. Вот. Ну, что, это центр? Ага, вон, да? Так, ну что, куда идем? Вот можно в этот вот, смотри, попробовать. Вот этот. Или тот. Вон тот. Ну, пойдем туда сходим. Нет, так вернемся. Дальше. Море 10 метров написано. Вот. Это жить, наверное, где. Первый раз здесь, так что, я говорю, первый раз. Надо все еще ногами походить. А, Екатерина, да, какая-то? Ну тут супер скучный отдых, да? Если по сравнению, допустим, когда вчера мы там ходили. Да, нам уже. Да, опять вот здесь не близко к аэропорту-то. Понятно. Оттуда еще дальше будет. Ну да. Ладно. Вот я вам скажу, не один отель, их много. Еще можно походить, повыбирать. И какие-то проходы здесь есть. Вот до моря. Пока мы их не видим. Что-то продают. Ну что, пойдем? Пойдем в гостиницу уже заселяться или нет? Или сперва на море глянем? На море. Нет, пойдемте на море точно. Рано заселяться — это не проблема. Дождь еще не льет. Ну что, Шарик, скажешь нам, где здесь хорошо, где плохо? Пойдем, проводишь нас на море. Пойдем? Показывай. Пойдем. Где тут у вас? Да, проходы. Вот, мы сейчас ищем место. Да. Вот мы же гипосы сюда. Нет? Когда мы приехали в Судак. Нет, Коктебель, да, мы в штанах. Майки на нас, все тепло одеты, все оглядываются. И сразу понятно, что мы только приехали. И сейчас на нас идут, оглядываются, уже понятно, что мы тоже только приехали. Вот, ну ладно, рюкзаки — это мелочи жизни. Вот. То, что здесь уже все одеты и ходят. Свежо, свежо здесь. Да, вот домики есть у моря. Можно в них жить. Вот.
Ну, а в принципе, это море близко, да? Если, ну, по шагу ползать не надо. Берег. Все застроенное. Что, пойдем по берегу пройдем, нет? Обратно вернемся. Море волнуется. Ноги помочить надо обязательно. Если мы... Ох, медузы. А море-то холодное. Ха-ха-ха. Что, как ты думаешь, будем здесь оставаться? Нам ничего не нравится. Мне, кстати, тоже что-то первый взгляд такой не очень. Вот. Не знаю. Не сильно хочется. Подышим еще. Да, воздухом надо подышать. Морским. Но погода испортилась. Купаться сейчас бы мы все равно не полезли. Вот там хорошее место найти, хотя бы где-то походить. А здесь пока непонятно. Берег застроенный. Что, как выйти? Собачейка что-то. Не пройдем? На выход? На выход. Блин. Ну ладно, что, едем отсюда. Не, ну конечно, вида вообще никакого. Может, мы не с того берега еще выше, то есть не понимаем, где надо отдыхать начинать. Вот. Ну, очень не нравится. Пока нет. Там вот берег вообще даже не подойти, застроенный. Бетонные плиты. Даже не погулять вдоль его. Короче, если мы оттуда приехали судака до сюда 5000, а отсюда уже до Кучугур 2 сейчас просит. Это вообще. Ладно. Ребят, что-то в жизни должно меняться, но не так дорого. Ну пока не нравится. Очень мне нравится. Да, вот эти домики близко к морю, но даже цены не спрашиваем, потому что в них селиться желания вообще никакого нету. Мы сейчас пытаемся найти номер или такси. Скорее всего, такси. Но нет, да? Нет, я говорю, номер ищем или нет? Нет, мы такси сейчас ищем. Чтобы нас увез отсюда. Вот. Может, это сильно сильнее отдыхать, да? Наверное. Не, ну гостевые дома-то вот хорошие, они такие приличные, все, но вот, а моря нет. Море здесь не нравится. Хотя мы и купаться бы сейчас не стали, потому что погода холодная. Вот. Посмотрим. Так, ребят, вон там столб весь оплейный, объявление, ну такси. То есть там 2000 попросили, прошли 100 метров и уже объявление отрываем 800. Ну ладно, 800 не будем торговаться, хотя может быть вообще тут 300 рублей стоит. Уже местный колорит, да? Да, и дело к вечеру, нам тоже будет куда-то надо устраиваться. Местного времени, если сейчас посмотреть, так, 18, пол третьего, вот, половина третьего. Пообедать надо, да? Ну тут реально уже курортный сезон закончился, потому что даже тут и кафе было, все закрыто, не вовремя, еще и погода плохая. Что давайте говорить? И асфальт пожиже, видите, какой асфальт. Сейчас пойдем. Представляете, что здесь зимой творится, если сейчас
редко-редко, когда человек проходит. Стоим такси, ждем. Блин. Да тут делать нечего. Вообще совершенно ничего. Ладно, перекатимся. Ну, не были ни разу. Побывали, все узнали. Хорошо, хватит, ага. Такси дождемся. Поехали. Да сегодня непонятный день какой такой, что. У нас переезд нужен был все равно в любом случае приезжать. Так что. И место поменять, да? Может что-то новое увидеть. Все. Посмотрели. Море видели. Видел, да, море? Голубицкое видел. Я тоже. Я даже ноги помочил, зашел. Вот, ребят. Мы сейчас в Голубицкое, и нам сейчас. Кто-то говорил, что в Крыму, в Савдепе, там делать нечего. Это вот здесь сейчас делать нечего. Мы вышли на пляж, там вообще ужас полный. Так что ждем такси, уезжаем в Кучугуры. 800 рублей, и мы там. Время местное 3 часа. Вот. Кто подъедет? Потому что он говорит, я на Тюмрике могу встать на переезде, если что, говорит, даже подольше. Я говорю, ну ты уж поторопись как-нибудь, что заказ-то принят. Вот, мы не будем никого искать. А там на берегу нам чувачело сказал, 2000. Да тут всяких хватает шутников. Ловят, короче, рыбку в мутной воде. Гонщик промчался, а ты камеру даже не успел включить. Здорово, мужики. Здорово. Как отдых? Блядь, погода пока, подъебала. Пока не знаем еще. Пока. А вот только приехали. Ну? Блядь, ну... После воскресенья вроде должно быть нормально. Подождем. Угасите сигареты. А не курим. Бля, спортсмен? Не, бросишь его. Ёва. Бросишь его. Ты здесь живешь, местный житель? Да, рыбак был, бригада. А, что-то берег какой-то у вас здесь не очень хороший, да? Берег вообще. У меня здесь не было 2 месяца, я ездил в Белоруссию. Тут такой, блядь, шургон был, блядь, берег забрал вообще, ливни были. А, да? Смотри, что-то вышли как-то. Я вообще в ахуе приехал, страшно, блядь. Смотреть, ну. Берега нету, все затопленное. Я просто в ужасе. Да. Ну и проход к морю туда. Это один проход или еще где-то есть проходы? Там проход, где бочка, ну там до него 500 метров пройдете. Ого. Уже проход к морю. Центральный пляж закрытый. А что закрытый, что с ним случилось? Что? Не сезон уже? Сезон закрылся, все, там мусора, чик нахуй. И там еще раз, два. Два прохода есть. Угу. На это в ту сторону. А то сейчас парень должен за нами подъехать, говорит, покажу вам, где отдых хороший. Но мы пока еще сами только приехали, не знаем. А откуда? Мы? Ну. Сейчас... Ну не я же. Не-не, с Судака приехали как? Откуда? С Судака. До Арсена езжать, у Арсена там вообще охуенно. Там да, такие. Ну, вроде обещал, говорит, я говорит, покажу вам, говорит, хорошо. Слуха, езжай до Арсена. Да. Не, вот они так. уже едет. Сейчас все, куда? Блядь, все уже вызвали. У Арсена вот такие домики, как бочка, построенные с дерева, с чистого дерева. Угу. Вообще. Ну вот как доварька, нахуй, блядь, вода. О. У него там все. Да. И помыться, душ, муж, там все есть. Покушать, выпить. Все, ждем. Да, мы ждем уже. Сейчас как у человека тоже скажем. Зря мы тебя вызвали, правильно же? Ну если что, подскочить можешь к нему. Да, запросто. Да, запомнил. Ну, Арсен, надо сказать, ага. А тебя как зовут? Андрюха. Меня тоже, тезка моя. О, меня тоже Андрюха. О. Все. Ладно, если что. Будем иметь в виду. Ну, да, Арсена, он. Да хороший человек, да, там? Вообще. Да? Там и покушать все, там, у него все есть. О, все, собачка. Да ты что, не... Да это шалман гуляет, нахуй. Надо пострелять. Это собачка как. Активно у него. Какого? Черненький. Одна рыженькая. Так что гляди сам. Ладно, тёзка. Ладно. Ничего, ага, тёзка, спасибо. Пойду, надо где-то что-то. Бегать.
Завтра, блядь, на море выход. Че ловите, какую рыбу? Блядь, ловим все, что попадается. Я не знаю, мы не местные, какая рыба попадается. Щука. Рыба. Щука? Нет. Карась? Нет. Олег. Гамбл, шмамбл. А, ну такие все. Краснюха. Все ловим, все ловим. Платят нормально, да? Ну, пока не голодаем. Ну ладно. Ладно, что, ждем. Бугор тоже поехал, блядь. Надо, блядь, с левой стороны на гусеничном тракторе шпильки нахуй срезать. Палки. Это ваш трактор стоит там, да, гусеничный? Ну да. Да? Ну а мы вышли на берег, смотри, трактор стоит. А что вы им таскаете трактором? Ну байды. Деревянные. Нам же работать надо как-то. Ебать, поехал, блядь, пропал. Не, это, знаешь, с одной стороны, что хорошо, что у меня телефона нет. А, тебя не найдет, да? А так бы еще, блядь, нас не заебал. Нас не догонят, да? Да, реально. Говорю, блядь, две сигареты осталось. Я говорю, купи. Все, какие? Я говорю, блядь, ну, самые дешевые. Все хорошо. Нихуя. Пизда. Курить есть, а сам у нас просишь. Как-то интересный парень. Халявщик. Не халявщик. Где курить есть? Ну, сейчас сигарета-то чья у тебя? Не наша же. Курить есть, это у меня когда, блядь, пачка в запасе и пачка в кармане. Вот это не, курить. А мы бросили. Курить не надо. Вот это курить есть, когда есть. Пачка в кармане целая, запечатана. Ну, тогда запас, короче, всегда должен быть. Нет, так, ну что, с какой стороны подъедет-то вот? То ли с этой? Он не подъедет, 10%, потому что... Тупик? Нет. А, сюда ехать нельзя вообще? Конечно, нет. Ты посмотри, кирпичи один за одним стоят. Во, но... А я что, не вижу? Люди умудряются туда ехать. Я тоже туда поехал, а куда еще? Оттуда приехал, куда еще ехать? А это для кого? Ну вот, сейчас увидел. Ну... Была бы машина. Умел бы я ездить, я бы, конечно, не поехал. Белый мэр, такая кепка. Вообще нормально. Телочка молодая. Я как раз где-то. Батр. Батр. Китайская машина. F3. Ну, потихоньку идут пивасики. Опель. Это что? Шкода. Тигуан. Соренто. Так, 77-й регион, 36-й, 77-й, 38-й, 161-й, 123-й регион. Да все разные. Знак. Ну, правильно ты ему сказал? Три. Правильно ты ему сказал? Ну. Угу. Тоже ты предупредил на бутылку водки. Ого. Я говорю, до базара цены нет, когда... Слушай, тут комары еще у вас, Шурик, смотри, как кусаются, а? Комары? Да? Нет, а ты в рай попал, ты да на кто? Юга приехал, ну, комары, небо. Конечно, нас комары. Нас комары еще не ели здесь? Комары, да? Ну, раз мне на бутылочку водочку разворачивается. Я говорю, вот так. Так тебе зачем рыбу ловить? Встал, да? Регулируй движение. Не-не, там еще регулировщики есть. Это права, которые отнимают или нет? Да. Автобус. Песик-то хороший. Иди сюда, песик. Иди сюда. Чего на тебя кинулись все? Хотите быстро? Иди ко мне. Иди ко мне, хороший. Иди ко мне, хороший. Чего на тебя все кинулись, а? Чего они тебя гоняли, собаки? А? Крифан, чего на тебя кинулись? Я пошел. А, Антюшка, счастливая, ага. Удачи. И вам того. Да.
Чувака ценная бутылка, да? Ладно, что тебе бывает. Клумбы интересно сделанные. То есть только в этом месте так увидели. Вот их залили. Ничего в ней не растет, но... Бетонная. Ждем 10 минут, сказал. А? Было. Говорит, пляж смыло. Что нам и не понравилось. А мы сейчас, знаете, что сравним? В Кучугурах же тоже можно все сравнить, да? Что было и что стало. На сезон я не думаю, что по тому году что-то сильно изменился. Народ еще отдыхает, погода теплая была. Она изменилась только сегодня. Вот. Да тепло, нормально, что нам? Мы едем в Кучугуры. Всегда у вас тут грустно так или нам так показалось? В плане... А что на берег вышли какой-то, он страшненький такой, что ли? Все закрыто. А страшненький в плане грязи или и медуз или нет? Да и грязь какая-то грязноватая. Ну, грязноватая, да. Ну, не всегда, в начале лета почище. Вам как, кондей включать или нет? Не, не надо, зачем? Мы же не это, сахарные. 800 же, верно, да? Да. Все, ну да. Потому что нас так пугали Крымом, говорит, в Крым не едьте, там Савдепия, там... Там плохо. Не, ну там действительно плохо. Не знаю. Но у нас тут не лучше. Да, нам сильно там понравилось. Хорошо. Очень понравилось там. В разных местах были. Видите, ну, море штормило, скорее всего, из-за этого еще грязно. Ну, его так никто не чистит, берег. А так вот, если с погодой повезет, то в начале июня надо ехать сюда. А, ну, но опять же, в этом... А вот скажи, вот везде берег как бы свободный, а там застроены какой-то бетонные плиты какие-то, что там какие-то, это забор. Вот да, вот здесь прям вышли, вот проход. Да я даже возможно. Вам и не скажу, да? Если честно. Что-то я говорю, пройти даже нет, я по берегу погулять. Я вам не скажу, я как бы если купаюсь, то мы сейчас будем ехать, я вам покажу, где подальше от Голубицкой, там почище. А. Ну, оно всегда, где меньше людей, там чище. Ну да. Свои места. За все лето 4 раза покупал. А это обычная такая история, когда на юге живешь, да? Совершенно верно. Сапожник без сапог. Так как-то знаете, во-первых, оно действительно грязное, вы правильно говорите. Вот. И последние 2-3 года эти медузы появились, которые вот таких размеров, они жалят действительно. Вот. Раньше были медузы, но они были на недельку там каким-то течением в августе их закинет. И они вот так усенькие, даже если они изжалили, ничего не чувствовалось. А сейчас как ведро плавает, вот такое, да. Здоровое оно. Что, народ строится, смотрю, да, гостиницы? Да, толку. Голубицкая сейчас растянулась в обе стороны, особенно в ту сторону Темрюка. Вот, а толку нет, условия не улучшают, тупо строят эти гостиницы. Я же говорю, вот эти медузы, да, пошли. Ну неужели... их как-то почистить, там море можно, чтобы люди... Я в этом году столько людей привез, которые первый раз в Голубицкую. И мы нам... тоже первый раз, кстати. Ну, как бы... вот знаете, сколько и последний, расстроен. И последний, да, все. Вот. Честно. В основном из-за медуз и из-за условий, потому что условий никаких, ценники дерут сумасшедшие. Кстати, надо было зайти в гостиницу хотя бы спросить. Мы только вот сейчас с Крыма приехали. Нас такси довез. Я говорю, пойдем на берег, выйдем. Обычно же надо всегда на берег посмотреть, потом уже селиться. Вот вышли и сюда, назад. Да, думаю, ладно, в Кучугуры заедем, посмотрим, как там. В Кучугурах должно быть получше. Опять же, вы видите, вы говорите, берег, ну, скорее всего, там штормом на грязь все нанесло. Но опять же, кто мешает чистить? Почему не чистить? Везде чистят. Я с вами тут согласен, но в Кучугурах, я вам скажу, местные есть, кто ездят, там почище должно быть. Не знаю, как сейчас, но вообще там почище. Но мы там были два раза, ну то есть 10 лет назад и в том году были, и 10 лет понравилось назад и в том году понравилось. То есть, вот. Должно и в этом. И решили сюда дальше проехать по берегу, ну не срослось. Нет, тут смотрите, чем отличается Голубицкая от Кучугур. Тут больше развлечений для детей. Аквапарк есть, дельфинарии, всяких вот этих. Там в Кучугурах тоже есть, но там поменьше этого всего. То есть там дельфинария нету. Аквапарка, по-моему, тоже нету. Но зато там море, там чище море. Да. Там как-то идет, это ж одно и то же побережье идет. Да, вот. Но там как-то идет оно такой стороной, я не знаю, как это объяснить. Вот как мне кто-то объяснял из местных кучугурских. И там волной меньше грязь накинет. Стягивает да, сюда. Наверное, да, как-то так. Ну плюс там людей меньше. Сейчас-то мы не берем, сейчас сентябрь, что там будет мало.
Но летом тут много, да, говоришь, народу вообще было? Ну, в этом году, видите, слышали, что, наверное, у нас потоп был. Потоп, ага. Да. Ну, Кучугуры тоже у нас тут, и Темрюцкий весь район пострадал, и Анапский район тоже пострадали. В честь чего такая дождина, да? Не было же такого никогда тут. Знаете, ну, как бы, если я вам скажу, что Голубицкую каждый год топит, наверное, я вас удивлю, но, конечно, не так, как в этом. В этом году у нас действительно весь район, у нас до сих пор местами вода стоит в полях. И это ехали, видели, да. Вот, вы с Анапы, наверное, ехали? Нет, мы с Крыма. Ну, мы и Анапы, да, мы с Анапы, там дорога часть затопленная даже. Вот, да. Как бы такого дождя действительно давно не было. А так, Голубицкая... Сильный дождь идет, там вечер, день, пускай. И первая линия, вот где вы, туда. Народу много едет, смотришь, машин. Фу, я сейчас с Краснодара вернулся, я что-то чего-нибудь. Ну, я не сразу это, мне скинули это, не напрямую, что со мной связано. Да, понятно, там ответить. Вот, а я только-только с Краснодара в Темрюк уезжал. Вот, там посередине есть такой Славянск на Кубани, наверное, слышал. Да, были. Он вообще стоит весь мертвый. Я объезжал его вообще станицами, там, в объезд лишние 20 километров делал. Яндекс открываешь, весь Славянск красный просто. С Крыма люди до сих пор возвращаются. Ну и плюс ремонтные работы там. Ну, самое время, конечно. Нашли время. Ты сейчас-то, может, и время, но вот когда они летом это все лето делали, это было точно не время. Сейчас-то в сентябре еще... Куда не шло, а так они как начали в мае или в апреле, до сих пор мусолят, блин. Так, Кучугуры. Гостевой дом Азов. Все, хороший отдых. Ладно, счастливо тебе. Так, ну что, сюда пойдем или в другой какой-нибудь гостевой дом? Или здесь? Хочу сюда. Ну пойдем сюда. Пойдем. Чего здесь не понравилось? Может, здесь хорошо встречали? Ну да. Парк, кафе. Да нет, это здесь там остановок. Здравствуйте. А есть места у вас? Двухместный номер, раздельная кровать. Одна спальня кровать. Трех, когда сколько? Двухместный номер есть. 10 сутки пойдет. Ну, 2 сутки можно. Это документы нужны? Ребят, ну что, на улице прохладно. Здесь хотя бы поживее все. Оживление. Даже вот парень такси, который довез, говорит, да, говорит, я вижу, здесь, говорит, поживление. Пусть даже прохладно. Ну, жара постоянно тоже не нужна. У меня что-то горло как будто защипало. Там водичку холодную купили, глотнул. Вот. 14 числа полностью закрывается. Все, все выезда приезжают. Пошли обедать. Там разнос. Ты ложку не будешь брать? Буду. Ну, вилку можешь брать. Да, вилку можешь. Вообще все свежее, как будто лежит. Да. Что у тебя получилось? 331. А у меня 300, ровно. Ну что, пробуем? А нам ключи дает, это возле того номера, где вы жили раньше. 9-й. Мы в 7-м жили. Ну, давайте посмотрим, насколько здесь замки изменились. Нет, хорошо, просто быстро.
Так, закрывайте окна, двери, все. Барвин работает всегда. Еще, ребят. Розетки есть, кровать есть, стул, балкон такой вот. Я здесь краешку. Да я тоже вскрою, мне розетка надо. Зарядка нужна, больше ничего. Ты на это, на одно место? Ну, то есть, хорошо. Все, тогда. Так, холодильник, я понимаю, у нас тут шваки, телевизор есть, стаканы, чайник. Так, следующее, что? Так, в шкафу плечики, одна штука и вторая вон там, видно. Так, по душу давайте их сразу глянем. Туалет. Угу. 2000 рублей. То есть сразу определяем, да? Здесь. Представляете, да? Уровень какой. Здесь жилье 2000. И там они что-то там 7, там еще что-то наговаривали, какие-то слова. 8. Нет, нормально все. Что забыл рассказать, как мы пообедали-то? Да ничего, нормально, да? Хорошо. Нормально. Вот. Сейчас идем на море. Недорого, свежо все. Ну что, за 300 рублей пообедал полностью, все. Номер хороший, чистый. Лена, ты рюкзак берешь? Ой, блин. Сумочку чувствую. Пошли. Ну да, мы вот в этом номере. Тут в седьмом жили. Кофтах идти, а мы все в шортах. Да? Я говорю, может, кофту надо надевать идти. Но. Море штормит. Навряд ли кто-то купается. Само сфотографироваться нужно обязательно сходить. Понимаете, ступени сделали. В том году такие были и еле живые. Вот. И свет провели, лавочки. То есть все лучше и лучше становится. Не, купаются. Да ну нафиг. Че? Или это просто спортсмены? Нет, он мужик купается вдалеке тоже. Может рискнем, а? Хотелось бы искупаться. Тоже вот что-то залили здесь. Ага. Блин, тихо, шею не сверни. Я наступил, нога подвернулась. Как камера, да? А. Пойдем. Вы представляете, вчера жара была, сегодня уже прохладно. Это всего 200 километров мы отъехали с Черного до Азовского моря. Да. Тебе не кажется, что берег короче стал, нет? Короче. Да? Да, в принципе, да что, искупаться можно, не сильно холодно. Только как-то что ветер. Нормально. О, медуза какая здоровая. А? Здоровая. Синяя. Бахромой синий. Ты будешь купаться, нет? Че? Давай тогда фотографироваться. Море ждет, пойдемте. Часть берега смыла, но он длиннее был, как бы сюда выходил, выступал. Вот. И очень мелко. Туда еще
заходишь метров 50, и все будет по колено. Сегодня пойдем еще на картинге покатаемся. В самом вечер надо чем-то развлечь. Что день? 4 часа в такси просидели. Пока до сюда добрались. Здесь вообще мелко. Мелко тут вообще вот. Сюда надо уходить там. Волна будет побольше. Сюда это не ходить. Если мы были на Азовском и не искупались, да ну нафиг. Нормально. Температура воды пойдет. У нас дома вода холоднее, так что привычная. Ну что, вода? Да нормально, ничего, говорю, такого сильно страшного нет. Ну, единственное, то, что солнца нет, да, вот ветерок маленький, да. Прохладный, а так прохладно. Но не холодный ветер, нет, ничего, нормально. Нормально. Ну, солнца нет, ветерок. В Архипке холоднее ветер, да? Да, там вообще как будто ледяной. Жаль, штатив с собой не взял, но это ладно, все исправимо. Там уже вернуться. Ну, что сейчас мужик прошел, он парень-то говорит, спасатель не гоняет, купаться-то можно. Я говорю, да не знаю, мы купаемся. Мы пока ничего не говорили. Ну, мы глубоко не заходили, вот в воде посадили, так что. По коленам уже идти долго. Метров 200, наверное, все будет мелко. Здесь перед берегом чуть глубина по поясу, все, и дальше по колено пошли. Волна единственная до пояса. На улице 21 градус. Не сказать, чтобы холодно. Тепла уже нету, конечно, и солнца нету. Вот. Время около 5 часов местного. Сегодня на 6 часов дождь обещают. И ночью гроза. По прогнозу погоды смотрел. Ну что, как получится. Номер хороший, интернет есть, так что фильм какой-нибудь включим. Где еще дома будешь вот так целый день какой-нибудь фильм смотреть или вечер? Да у меня так не получается. Вот. Штатив сейчас возьму, переоденемся, еще придем сюда, поставлю, море снимает. Шум интересный, когда вспоминаешь потом зимой. А и знаешь, что их не сделали? Плитку наложили, облагородили, поручни-то старые, вот они гнилые, куски. Видишь, вон тоже часть торчит. Да, плиткой уложили, все равно лучше, чем было. Так что... Как-то так. Да, ноги еще надо обтрясти. Сейчас придем возле отеля, надо ноги обмыть. Ништяк, да? Шел-шел на лавочку. Сидел, отдохнул. Все, уходит лето. Сезон у них ушел. 14 числа они уже съезжают. Мы 13 уедем. Я говорю, мы даже не торопим вас, во сколько вы едете, во сколько уходите. Никто больше не бронировал номер. Вот. Как можно заранее узнать, когда сюда приехать? Да никогда не узнаешь. Хотя мы, зная погоду, и то вот приехали. Как будто быстро темнеет. Только пришли, переоделись, ополоснулись от соли, от песка. Вот, и пойдем пошаримся. На улице это просто пасмурно. Это не вечер уже. Ну и вечер, конечно, и пасмурно. Вот. Так. Куда идем-то? Ну что такое? С разгона на картинге сходим. Пойдем, прокатимся. Бухвались. Тоже, да, парень, кстати, в такси ехал. Он тоже, говорит, привозил своих знакомых. Они здесь рядом живут. Он говорит, лучше всего, говорит, картинги в Кучугурах. Тут уже погода испортится, никого нету. Правда, уже сезон.
И он все равно тоже, да, вот такси парень говорит, мы здесь, говорит, повеселее, говорит, хоть кто-то ходит, а там вообще никого нету. Вообще. Это такой, я говорю, спокойный отдых. Собаки. А? Собаки. Собаки тут добродушные все. Да? Хорошие. Откровенные, да? От фирменной. Да, пойдем здесь. Не, мы здесь пойдем. А что такое? Не знаю, что это такое. Тут грушек много. Дождь, что ли, начинается? Ну, конечно. Смотри, прогнозы какие четкие. На 6 часов дождь обещали. Ну, сейчас он начнется. А мы только вышли прогуляться. Арахис есть, нет такого? Панагория, фирменный магазин. Зоомир. Угу. Сланцы продают вещи. Самое обидное будет, если завтра весь день будет дождь. С утра до обеда точно дождь будет, а там уже посмотрим. Ну и рано просыпаться не будем. По Кучугурам. Время 6 час. Пасмурно. Вот еще буквально 100 метров торговых рядов и все закрывается. Так, а где этот бешеный дядя, который... А, вот он. Это который в том году на нас наорал. Да, вот столовая. Захотел, что снимаешь, что снимаешь. Что, в ту сторону полезли, да? Вот и все. Весь центр. Ну, тучи над городом. Так, ну если что, это здание Почты России. Вот оно как построили, до сих пор не ремонтировали. И салон красоты, там Багира находится. Сколько ему лет? 100? Все соседствует, да? Да, рядом. Так, вот если мы сейчас напрямую вот так пройдем, как раз на картинге выйдем. Магазин закрыт. Леха, привет, если ты помнишь. Тут уже 11 лет назад сигналит, наверное, свадьба тоже. А, это дом культуры бывший. Вот что. Это площадь центральная у них. Выглядит. А пойдемте почитаем, что там написано. Что это за здание. Свадьба. Понятно, выходной день свадьбы. Молодцы. Что такое государственное? Бюджетное учреждение, здравоохранение. Это больница, елки. А что я подумал-то? Это больница такая. Я вообще нисколько бы, я бы нисколько не удивился, правда, да? Почта и больница такого вида. Кладбище. Кладбище.
пожалуйста, да, церковь, больница, и там вот пройдем, сейчас кладбище будет. Да, ну если что, это туалет, М и Ж написано. Вот, а за ним, за забором кладбище. Церковь. Гостевой дом или гостиница назвать. И там сейчас не перемешка все идет. То ли отель это называют, то гостевой дом. Может быть, как-то по-разному налоги взимаются. Потому что сейчас живем, это гостевой дом, да? А там до этого же одни отели назывались. Хотя там хуже несколько раз. Вот, так что... Вы должны в нашей России даже все не русские жить. Почему? Людей что волнует? Почему? Кто должен жить у нас, а кто не должен жить? Блин, во всем мире живут все вместе. Никто ничего не ругается. Где-то ругались, помирились. Блин, проблем нету больше у человека. Да что-то непонятного образца помещения. Это спортивный комплекс. Ладно. Не разобраться. Наверное. Людей нету. Замечаете, да? Так, тында, дом отдыха. Люди и крышу сменили. Стены облагородили. Забор придет. Забор другой. Машина вот так у нас стояла. И отсюда мы в 10-м году поехали домой до Кузбасса. Леха был с нами, жена, племянница наша Валя. Так, друзья, там сегодня все собирается, короче. Сегодня ничего не работает. Может быть. То есть, давайте завтра туда сходим. Сегодня уже все. Дождь начался, они закрываются. За колесо обозрения не полезет. Что давай? Как вам колесо обозрения? Ни одного человека. Но мы можем, конечно, туда далее. Сейчас по настроению еще посмотрим. Не забывай меня. Что, не забывай меня. Не забывай меня. И колесо закрывается точно час. Все, да? Ладно. Все, все закрывается. Так, и колесо обозрения, он сейчас сказал, закрывается. Да, все, автодром, говорит, колесо обозрения, еще что-то закрывается. Емеля. А, да, вот так начали. Аж 6 вечера. Детская программа. Ждем всех возле главной сцены на нашу дискотеку, на наши цирковые игровые истории. Скорее всего, с навесом был, да? Навес уже куда-то испарился. Еще больше, быстрее, еще больше, ребят, здесь. Я говорю, как по тому так же году рассказываю, я говорю, да если с детьми приехать, самый спокойный отдых это здесь, чтобы никто не орал, не башлатил, да, ничего это. Вот. Вот если, допустим, куда там, на Крым поехать с детьми, ну, мучение будет. Народу много, взрослые толкутся. Шумно. В Коктебеле так, может, на какой-то пляж и заходить лучше не надо. Хотя там тоже с детьми отдыхают. И... Прогулка вечерняя, мацион. Аппетитно гулять, да? Я еще есть-то не сильно хочу, так что до 9 столовой работает. Уже посмотрим. О, ветряк, пожалуйста. Кто говорил, не работает? Второй отремонтировали. Ничего себе, да?
Стояли же, да, разобранные в том году. Ну вот это Савдепия. Если кто-то будет там говорить, в Крыму Савдепия. Да нет, ребят, вот это Савдепия. Вот это, честно, как вот было все, так оно и осталось. Фонтаны с кирпича вот такие же лепленные и облупленные. Вот, показать ближе. Что там? А вот я в детстве такой фонтан почему-то и помню, да, что он весь облез, да, уже сломанный и не работает. Вот. Это фонтан моего детства. Савдепия, да, это Савдепия чистая. Вот, это фон ветряка. Не было ветряков. У нас в городе не было. Нет, ты что, клен, наверное? Клен. Такие шишки растут. Ну, может быть. Но листья-то кленовые. Листья дубовые падают с ясеня. Знаете же, да, этот стих? Здоровый, блин. Как в фильме «Аватар». Все это критикуем. Асфальт жидкий. Плитку разрушенную. Что не подстрижено, да? Да нет, вот про асфальт такой же вот. Поплыл. Цветов много высажено. Скорее всего, тетка какая-нибудь здесь работает уже. На своем горбухе это тащит. Это же не просто, ну, подстричь. И цветами, да, все. Розы растут. Шишка за шиворот попала. Погода испортилась. Ну, в принципе, мы знали, куда ехали. Ну, почему-то захотелось на этот берег приехать. И все дорогие, и мартышки, и жирафы, приготовьте, и птенчики в нашем цирке. Все вместе. Выше, выше. Друзья, от солнца мы сами уехали, дождь, пойдем в номер. А что теперь делать? Льет. Люди даже бегут с пляжа. Что было лучше, да, на солнце сидеть или здесь? Тихо, да. Ближе здесь. Сильно там здесь. Далековато до аэропорта. Лучше здесь пересидеть, сейчас денег. Ну что, завтра еще? Ну а что, в Анапе то же самое было бы. Ну сейчас дождь тоже в Анапе, да? О, блин, все сильнее погнал. Бежим. Бежим. Гром гремит, гроза. Погода влажная, белье нашел. Якобы сушится. Ну, до завтра уже, наверное, проветрится. Вот. Влажность на улице. Вы знаете, сегодня знакомый прислал видео. Ну такое, какая у нас погода. Здесь дождь идет, и там у нас дождь сейчас идет. Ну, я бы хотел здесь пускай лучше. Намного приятнее. В куртках уже холодина, все. Прям отопление еще не включили, оно только 15-го включат. Это мы прилетим 14-го, и только на следующий день, ну, якобы его включат, но у нас и до 20-го будут тянуть, там, и до 30-го, когда так. То есть еще не факт, что даже отопление включат. Приезжаю, всегда обогреватель включаю, ну и после ночи спать ложусь. Знаете, просыпаюсь замерзший, просто даже обогреватель уже не справляется. Сколько здесь тепло было, а? Разница, конечно. Как я это куда-то пошел. Рыжик, рыжик. В столу уходили, камеру с собой не взял, но на телефон, если вставлю, это уже, потому что файлов много будет. Вкусно брали, я суп гороховый взял, домашний, прям исключительно домашний вкусный, картофель и голубец, Вадя еще салат брал. Так, ну так же, все. Суп гороховый, два голубца, картофель и два хлеба, 316 рублей. Вот так. Дождь прошел, а на улице тепло, тепло, 17 градусов показывает температуру. Интернет, как это верится. Мы в номере лежим, что-то идти никуда не хочется.
завтра решили вдоль берега просто сланцы наденем, так очень полегче одежду, и вдоль берега парочку пошагаем, если смотреть на левую сторону. Вот. Ну, докуда дойдем, назад уже, может, по дороге вернемся.